Привет, друзья! Небольшой обзорчик. Я сейчас нахожусь в городе Ванкувер, мы тут проживаем. Такой вот, хочу показать вам площадь, вот такая вот в центре города. Здесь находятся офисные здания, гостиница. Ну, Ванкувер это такой небольшой городок, такая деревушка даже, я сказал. В основном представлен частный сектор, ну немножко вот в центре здесь такое движение, такие вот офисные здания, отель Hilton. Летом здесь водичка течет, и тут рыбы такие, лососи как бы, памятники им что ли. Тут в реках очень много таких лососей. Там колокола, и вот когда вот 4 часа дня было, там звонили. Тут такие здания в городе невысокие, в основном вот. Вот это, наверное, самые высокие, что здесь в Ванкувере есть. Может, еще где-то повыше есть, но в основном такой городок маленький, небольшой. Летом здесь проходят всякие фестивали, там как бы небольшой такой вот площадочка, там концерты делают. Музыка живая играет. Бомжи спят под деревьями. Там тоже бомжи тусуются, там как бы дождь не попадает. Мы сюда приезжаем гулять. Ну, давно на самом деле уже не были, как бы у нас тут зима. Вроде как, ну, погода хорошая. Там вот детская площадка. Мы на детскую площадку приезжаем гулять. Вот такой вот городок, друзья. Здесь на самом деле очень-очень много русских. Вот в этом нашем Ванкувере. Очень много. Прям съезжают сюда все. Скоро запишу видеоролик, расскажу про страховки медицинские более подробно, вот про детскую медицинскую страховку сделаю ролик для вас, расскажу, как мы, у нас уже есть несколько опыт, несколько раз мы посещали вот детскую поликлинику, сдавали анализы, расскажу вам, как что проходит, на эту тему запишу видеоролик. Вот, друзья, всем спасибо за просмотр, всего счастливенько. Нет, друзья, это еще не конец. Пока мои гуляют на детской площадке, решил еще пару минуток поснимать для вас. Такая вот детская площадка. Очень классно. Там, вот где малыш идет по черному, там эта резина такая мягкая. А здесь вот такая щепка деревянная. Чтобы мягко для них было, если где-то вот с горки там поедут, чтобы на мягкое упали. Ну, такая вот площадочка. На самом деле таких вот площадочек очень-очень много. По городу разбросано такие детские плейграунды. Качельки вот есть. Для родителей там скамеечки. Очень классно. Прикольно. Самолеты мешают снимать. Здесь у нас несколько аэропортов рядышком. Постоянно летают. Скоро, друзья, сниму для вас видеоролик. Я буквально, наверное, дня через 4 выхожу на новую работу. Так получилось, что немножечко меняется вид деятельности. Ну, там уже такую интрижку для вас сделаю. Немножко поподробнее потом расскажу. Это тоже констракшн, это тоже стройка. Немножечко зарплата будет повыше. Посмотрим, что там, как условия труда. Расскажу вам потом все подробно. Так хорошо получилось, что у меня практически даже нету форточки, так сказать, только вот выходные, суббота, воскресенье. И я сразу же уже работать буду с другими ребятами. Ну, там время покажет, как что пойдет. Естественно, буду держать вас в курсе, все расскажу, покажу.
что-то не получается у меня записывать видеоролики про работу. Ну, попробуем что-нибудь сделать. Вот, друзья, такой вот городок, Ванкувер, штат Вашингтон. Какой у нас тут? 7 февраля сегодня. Какая погодка. Даже не подмораживает ночью. Я утром сажусь в машину, плюс 6, плюс 7, днем плюс 12. Вообще эту неделю даже обещают без осадков. Вот такая вот погода. Нас кошмарили, что здесь заливает, что тут дожди прям всю зиму, нон-стоп, без перерыва. Ну вот эта зима такая какая-то получилась более или менее. Дождики, конечно, были, но ничего, нормально. Думали, будет хуже, настраивались на худшее, но эта зима получилась такая нормальная. Ну что, друзья, уже будем немножечко закругляться. Теперь уже точно спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, как в Америке. Пишите комментарии, всем будем отвечать. Еще пока что есть возможность отвечать на комментарии. Задавайте вопросы, что вас интересует. Вот предложили мне тему для видео по медицинским детским страховкам, по медицинскому обслуживанию детей. Расскажем вам, сниму на эту тему небольшой ролик тоже, расскажем все. Вот. Спасибо, все. Пока-пока.